С. Цетановое число. Параметр, определяющий воспламеняемость дизельного топлива. Влияет на время, которое проходит с момента впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. Чем выше цетановое число, тем меньше задержка и тем более плавно сгорит топливная смесь. Цетановое число численно равно объемной доле цетана в смеси. Оптимальную работу двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом от 40 до 55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает износ двигателя. Государственные стандарты для зимних сортов солярки допускают выпуск арктического топлива с цетановым числом около 40, но с использованием депрессорных присадок, снижающих износ двигателя.